Уникальная и необычная экспозиция работы мастеров иконописи Свято-Тихоновского православного университета, иконописной школы имени преподобного Олимпия Печерского из Дубны, а также других мастеров со всей России, представлены на выставке в Щелковском историко-краеведческом музее. Называется она «Святые защитники земли русской». Мне и моим коллегам всегда очень трудно представлять такие проекты. Для этого есть объективные и субъективные причины. Объективным я, наверное, отнесла то, что ни разу еще нам не предоставлялась такая возможность увидеть такую объемную, разместить такую объемную выставку, я имею в виду объема нашего выставочного зала. Ну а к субъективным то, что пространство у нас достаточно современное, и мне казалось, что такие произведения искусства может быть, здесь и не очень хорошо приживутся и будут представлены. Но опасения оказались напрасны. Выставка «Святые защитники земли русской» не просто удачно вписалась в музейное пространство, но и будто наполнила его особой духовной силой. Щелковский историко-краеведческий музей на некоторое время стал в своем роде храмом. Именно здесь расположились иконы, работы, скульптуры, посвященные святым защитникам русской земли. Выставка представлена Фондом культурных инициатив Московской области. Это уже второй проект фонда в патриотическом направлении. История Отечества в образах святых защитников России. Со многими именами связаны очень непростые времена, когда страна была в опасности. Здесь, например, и икона Федора Ушакова, причисленного к лику святых. Ушаков является не просто наиболее почитаемым российским флотоводцем. Своей праведной земной жизнью он явил миру ярчайший образец верного служения православной церкви, Отечеству и своему народу, как на поле брани, так и на ниве благотворительности и милосердия. Выставка действительно уникальна для Щелкова, во многом благодаря сотрудникам нашего музея и, конечно, Общественному фонду культурных инициатив. Теперь она доступна всем жителям городского округа. Этот проект, именно «Святые защитники земли русской», он в 10 городах Подмосковья. И это вот как раз уже середина проекта, это город Щелково. И я вам хочу сказать, что, наверное, вот по приему и по тому, какие здесь площади, как в Щелкове приняли именно эту выставку, хочется сказать, это, наверное, лучший город, в котором проводится выставка. Мы, конечно, ничего не хотим сказать и о других городах, но здесь действительно поразило то, что и сотрудники музея, и люди, которые были сегодня на этой выставке с их горящими глазами, и бабушки, которые молились на эти иконы, которые здесь, действительно, это замечательно. Посетить выставку «Святые защитники земли русской» в Щелковском историко-краеведческом музее можно до 21 июля. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.